Ивановский государственный университет сегодня встречал почетного гостя, жену историка, экономиста и видного ученого Тимура Тимофеева Наталью. В дар библиотеки ИВГУ женщина передала несколько тысяч томов книг, принадлежавших академику Тимофееву. В последнее время мы в вузах сталкиваемся, что вообще библиотеки пустеют. Студенты пользуются интернетом и читают дома. Так вот, то, что нам подарили, этого не найдешь ни в одном интернете. Это просто очень редкие книги. С Ивановым Тимура Тимофеевича связывает многое. Сын генсека Компартии США Тим Райан воспитывался в интердоме и получил русское имя Тимур. Академик Тимофеев был первым золотым медалистом интерната имени Стасовой. Свою научную деятельность он посвятил исследованию истории мировой экономики. Последние годы жизни Тимур Тимофеев умер в ноябре прошлого года в возрасте 84 лет, работал в Институте Европы Российской Академии Наук. До последних дней жизни он не забывал Иванова. Ивановский детский дом – это святая святых, был для него всегда. И всю жизнь, всегда, во-первых, у нас все праздники отмечались вместе с ивановцами, всегда, они у нас были в доме. К сожалению, все больше и больше редели ряды, и все меньше их остановилось. Но они были такими дружными, такими любящими, такими трогательными. Про Тимура Тимофеева друзья, их в зале собралось немало, говорят. Жил с книгой в обнимку. Каждую свободную минуту старался почерпнуть для себя новое. Издания, переданные в библиотеку ИВГУ, рабочие. В каждом по несколько закладок. Работники книгохранилища решили сохранить дух академика и закладки оставить в книгах. Меня удивило, что многие из них датированы просто 13-м годом. Это вообще... Это уникальный воспитывающий момент для нашей научной молодежи. Вот человек работал всю жизнь до последней минуты. Это человек, который горел наукой, занимался не издольщиной, а делал это от души. Библиотека, что для классического провинциального вуза очень важно, многоязычная. Книги на иностранных языках станут прекрасным подспорьем при обучении студентов специальностей социология, история и международные отношения. Книги взрослые, книги выношенные, выстраданные, книги любимые, книги такие очень, ну, интимные, не скажешь про книги, но они действительно то, что дорогие, дороже всего. Наталья Андреевна рассказывает, многие учебные заведения претендовали на библиотеку академика, но у жены ученого не было даже сомнений, она исполняла последнюю волю Тимура Тимофеева. Сотрудникам библиотеки еще несколько недель предстоит изучать подарок. Книги привезли в ИВГУ только вчера, и опись еще не составлена. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.